Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы беседуем с Антоном Ивановым, инженером-конструктором первой категории конструкторского бюро «Шасси», который является ведущим конструктором по изделии, которое будоражит давно умы всех сторонников нашего проекта под названием Unibike. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Я совершенно не преувеличиваю, в интернете развернулось обсуждение, будет ли показан Unibike в апреле во время Экофеста или нет. Также обсуждают вопрос, что его приберегут для того, чтобы показать чуть позже, но чтобы эффект был больше на выставке Инотранс в Германии. Все вот эти вопросы хотелось бы приоткрыть для наших зрителей, но для начала хотелось бы познакомиться с вами поближе. Расскажите вкратце, какое у вас образование и опыт работы? По образованию я инженер-электромеханик, заканчивал наш политехнический институт по специальности. Наш — это белорусский? Белорусский. Между нас международная аудитория, у нас партнеры в 47 странах мира. Белорусский национальный технический университет по специальности робототехника. Ну, наверное, мне это позволяет где-то ориентироваться и в механике, и в электронике, и в программировании. Возможно, это вот какая-то некая универсальность. Универсальность, может быть, где-то не глубокость, но где-то универсальность позволяет охватывать широкий спектр вопросов. А какой у вас опыт работы был до того, как вы пришли в проект? Я работал вот уже до SkyWay, получается, 9 лет на предприятиях машиностроительного профиля. Это сборочное оборудование для микроэлектроники, очень высокоточное, и также рентгеновские сканеры человека в полный рост. Это уже на другом предприятии. Это в Шабанах, наверное. Да. Знаю. Я тоже на этом предприятии работал одно время. Прекрасно. Опыт у вас, я вижу, подходящий для нашего проекта. Как вы попали в него? Каким образом вы открыли для себя SkyWay? Струнные технологии. Я одно время занимался работой по фрилансу и главный конструктор SkyWay как-то вот нашел меня и предложил рассмотреть участие в этом проекте. Я в то время как-то даже не планировал идти на постоянную работу, но тем не менее проект Анатолия Эдуардовича, я о нем слышал раньше, он мне как-то был интересен, да, ну, и тут это предложение поступило, я решил, ну, почему бы нет. Все ясно, но я рад, что вы с нами остались, в конце концов, и давайте теперь подойдем все-таки к главной теме нашей беседы, к Unibike. Что же это за транспортное средство такое? Что в нем оригинального и интересного? Я думаю, лучше вас никто не расскажет. Давайте попробуем. Unibike — это небольшое, маленькое транспортное средство, фитнес-транспорт. В чем фитнес? В чем фитнес? Он оснащен, скажем так, педальными узлами. Или, интересно. То есть это тот же велосипед, который... Поэтому и байк, ясно. Да, поэтому, как, собственно, взяли название байк. То есть сейчас развивается мода на фитнес-движение, велодвижение, то есть экологичность. Да? И вот в этих трендах, и вот, по сути, развивается Unibike. То есть это транспорт, который позволяет вам достаточно экологично перемещаться там, по городу, в пригороде, и в то же время осуществлять какую-то фитнес-тренировку. Себя. Причем, как я понимаю, позитив в этом тот, что, находясь на определенной высоте, ты не дышишь всеми этими выхлопными газами, даже если под тобой какое-то осуществляется движение на существующих уже автомагистралях. Совершенно верно. Я думаю, тут плюсов достаточно много. То есть при том, что мы имеем такой же фитнес, как на велосипеде, да, мы имеем кучу преимуществ от автомобильных, скажем так. Это вот защита от внешних условий, то есть дождь, ветер, солнце, пыль, да, вот мы этим не дышим. Имеем тот же комфорт, потому что Unibike оснащен кондиционером, да, вот. Но еще плюсы над автомобилем, то, что, да, мы едем по второму уровню над пробками, над светофорами. И, кроме того, мы свободны, то, что мы едем на автопилоте, не отвлекаемся на управление. То есть это позволяет
как бы отдыхать. Телом и душой. Да. Хотя тело, наоборот, трудится. Это приятно. А вот если захотелось телом отдохнуть, каким образом это можно сделать? Покрутил ты, надоело тебе заниматься фитнесом. Снял ноги с педалей. И что дальше? Как происходит дальше движение? Движение происходит в любом случае автоматически. То есть, кроме ног есть еще движитель какой-то у Unibike? Да, да, да. Unibike движется от мотора колес, которые запитываются от аккумуляторов. Вот. А от педалей пассажиры, осуществляя свою фитнес-тренировку, осуществляют еще дозарядку наших аккумуляторов. То есть действует как динамо-машина? Да. А каким образом происходит сочетание? Вот я себе с трудом представляю, или ты крутишь, или мотор, если и ты, и он. То есть есть какое-то интересное устройство, которое сопрягает эти два движителя, скажем так, и ноги, и электромотор? Наша система управления все это позволяет. То есть мы едем от аккумуляторов, параллельно есть так называемая Battery Management System, система зарядки батареи, которая управляет зарядом их от велогенераторов. При этом пассажир может выставлять удобную, приемлемую для себя нагрузку, которую он хочет иметь на педалях. Поэтому там все будет регулируемо, управляемо. Еще один плюс, какой я вижу, это экономия на абонементе в спортзал. Да, безусловно. И абонемент в спортзал, ну, не забывайте время, то есть вы, там, скажем, едете на работу быстро достаточно, вместе с этим тренируетесь, то есть не тратя время на спортзал, вот. И можете там, например, еще почитать утренние новости в интернете, которым тоже будет оснащен Unibike, конечно же. Да, выглядит впечатляюще. Действительно, похоже на светлое будущее, которое вот уже совсем рядом, благодаря таким специалистам, как вы, Антон. А можно ли что-нибудь уже посмотреть, пощупать руками, если есть такая возможность? Наверное, уже кое-что можно. Дело в том, что сейчас идет активная у нас подготовка к сборке, производство и подготовка к сборке Unibike. Работы активно ведутся, что-то еще в производстве, но кое-что уже сделано, из покупных изделий кое-что закуплено. Так что вот, пожалуй, сегодня можно увидеть велогенераторы, которые будут применяться на Unibike, а также моторы, которые будут, тяговые моторы, которые будут приводить его в движение. Прежде чем мы пойдем, большое спасибо за предложение, обязательно мы сейчас посмотрим на все это. Все-таки, когда не наша съемочная группа, а все желающие смогут увидеть Unibike. Будет ли это в апреле, будет ли это в сентябре, не могли бы вы сказать? Mm-hmm. Или это не от вас зависит? Зависит от нашей команды, я думаю, от всех. Конечно, фактор времени никто не отменял, и в апреле, возможно, наверное, не получится в полной красе показать Unibike, однако к сентябрю, я думаю, мы сделаем его таким, каким мы вам его сейчас нарисовали, то есть красивым, экономичным, со всеми теми приятными фишечками, такой транспорт-гаджет. Велосипед со всеми удобствами. Да, и да, даже да. Кондиционером. Даже кондиционером. А музыка будет? Обязательно. Чудесно. Ну, давайте пройдем, посмотрим, что вы имеете нам показать. Давайте. Так, Антон, ну давайте. Показывайте, что обещали. Хвастайтесь своими артефактами. Так, здесь мы видим наши моторы, которые предназначены для мотор-колес Unibike. Вот, а там вы видите вот вдалеке, это мотор в сборе лежит. Вдалеке специально, чтобы я до него не добрался. Чтобы нам не мешал в работе, да. Вот. Тут в разобранном виде еще они собрали мотор. Вот он, бесщеточный мотор, его статор, его ротор на редкоземельных магнитах, мотор аксиальной конструкции. Очень все компактно, при этом обеспечивается высокая мощность, номинально от 3 кВт. Как-то вот так. А
Мотор-колесо, что это такое? Это мотор, понятно. Где это, он стоит? Это мотор, который для мотор-колеса. То есть мотор-колесо — это единый модуль, в котором и мотор, и колесо объединены в одну сборку, что позволяет без передавать механическую энергию без трансмиссии, с мотора на колесо. То есть это без очень... потери мощности. Без потери мощности. Без коробки передач, всяких максимальных коленвалов, карданов. Все ясно. Ну, как на БелАЗе это же работает. Да. То есть есть дизельная электростанция, которая передает электроэнергию на моторы, которые вращают колеса вокруг самих себя. А вот это что такое? Скажите, интересные какие-то штучки, похожи на эти самые... В подшипниках что-то похожее. Это, скажем так, относится не к юнибайку, это заготовки для, для моторов юнибусов. Ага. Ну, наверное, об этом чуть позже. Оно случайно тут затесалось. Да. Какие-то секреты? Спрячем. Так. Хорошо, очень приятно. А на том столе я вижу еще что-то подобное. Да, и на том столе мы можем взглянуть на велогенератор, который будет использоваться у нас в юнибайке. То есть это первый вариант движения с помощью электромотора. На том столе мы сможем увидеть второй вариант движения. Генератор для зарядки батарей. От педалей, да, да, будет работать. Хорошо, давайте посмотрим на него. Что здесь расположено, так, расскажите, пожалуйста, Антон. Это вот, собственно, мотор, который выступает генератором в нашем, скажем так, велогенераторе. Да? То есть вот достаточно компактный тоже мотор, однако мощность которого... Может быть, следует сказать тем, кто тоже не совсем высшее образование получил, что генератор, когда он, скажем так, работает в определенном режиме, может быть мотором, а мотор... Также и генератор. Совершенно верно. Электрическая машина, она обратимая, то есть это что означает, что можем подавать электрическую энергию и снимать механическую мощность с вращаемого вала, либо наоборот, можем вращать вал, получать электрическую энергию. Да? Вот. Когда вход и выход меняются местами. Совершенно верно. Вот. Таким образом, сюда вот подсоединяя педали, да, мы получаем вот таким образом велогенератор. Человек вращает педали, мощность передается на мотор, и уже электрическая энергия поступает на батареи. Мощности мотора достаточно, чтобы и... В смысле генератора? Выступающего в роли генератора. Велогенератора, да. Дать хорошую нагрузку и такому крепкому спортсмену, в то же время его может крутить там и подросток. То есть. А может человек, вообще пользуясь только мускульной силой, передвигаться на юнибайке, не используя того мотора, электромотора, который мы сейчас смотрели? Достаточно ли этого будет? Нет, по данной концепции этого недостаточно, то есть все равно должна быть передача через батареи. Вот, однако, можно сказать так, что если скорость юнибайка немного ограничить, то можно ехать только за счет энергии от мускульной силы. Вот следующий вопрос сразу же. А какова скорость юнибайка? Скорость юнибайка может быть достаточно высокая, там до 120 км в час. А чисто на мускульной силе? Чисто на мускульной силе где-нибудь 70-80. А сколько человек в юнибайке? В нашей текущей разработке 2 человека. То есть, может крутить один, могут крутить оба? Да, совершенно верно. Все ясно. Независимо. Тандем. Да. Спасибо большое, очень интересно. С нетерпением ждем, когда же сможем прокатиться. Пока же призываем всех наших партнеров набраться терпения. Те же, кто еще не поддерживает наш проект, призываем подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay. Поддерживайте наш проект, и тогда в любой ситуации у вас будет 2 варианта решения. Как минимум, строй SkyWay, спасай планету.